Четыре автомобиля столкнулись сегодня днем на улице Правобулачная. ДТП произошло по принципу домино. По предварительной версии, автомобили стали останавливаться перед перекрестком, тогда как водитель Kia, едущий позади, такого не ожидал. Водитель начал перестраиваться направо, но от столкновения уйти он уже не смог. Пробки-то не было, свободно все было. Начали останавливаться, практически остановились. Сзади удар, нас отбросило вперед, а вот вперед, ну и по домино, по-моему, собрал.